Всем веселый и здоровый, и веселый еще раз. Привет, с вами Квина. Мы играем самого лучшего ведьмакущего ведьмака на свете. У нас тут, мы на скеллиге находимся, рядом корабль. В общем, все очень интересно. Мы ищем солнечный камень для того, чтобы он с другого измерения призвал главное зло. Этого короля дикой охоты и короля дикой охоты. Это разные, как бы, называю его прозвище. Дикую охоту в своем собственном лице, чтобы призвали. И не дали ему переместиться обратно. И в этот момент, когда его призвали, мы будем на него нападать и убивать. Я так понимаю. В общем, такой план. Выманить этого главного урода и убить, иначе он будет нам постоянно угрожать. Да, Кися? Поэтому у меня котенок на коленях сидит, поэтому мы сейчас, мы узнали, где предположительно этот солнечный камень находится, который его выманет. И с Йеннифер, которая на клевых каблуках, сейчас мы, наверное, за ним отправимся. Идете куда-то? Цири говорит, что нам надо взглянуть на одно место на скеллиге. Похоже, Авалак что-то от нас скрывает. Когда мы вместе были на островах, Авалак упоминал какую-то лабораторию. Ему надо было туда телепортироваться на минуту, чтобы что-то забрать, и он не захотел брать меня с собой. Странно он тогда себя вел. Довольно подозрительно. Как же они его сейчас найдут, эту лабораторию? И что, вы собираетесь просто пробраться туда и пошарить по углам? Да. Хотя они... Пойдешь с нами? Колдуни. Конечно, пойду. Хорошо. Где это? На маленьком острове между Ундриком и Спикероугом. Придется сделать крюк. Я выяснил, что солнечный камень может быть в гроте на Артскеллиге со стороны моря. И там мне потребуется магическая помощь. Идите ищите лабораторию, а я осмотрю Артскеллиг. Потом, если хочешь, присоединяйся ко мне. Ты минуту назад говорил, что пока не привыкла к магической симуляции зрения. Разве? Какие-то у него свои я собственные забыла, планы. Умеет выводить меня из себя. Вывести из себя. Мы будем ждать. Это талант. Ну, это метка. Задание дополнено. Хорошо. Ладно, с храняшкой идем. И идем. Так, где этот остров? Карта. Кот, что такое? Погрызть меня хочешь? Нет? Уходишь? Ну, иди. Плюшевая киска. Так, ладно, где она находится? О, ну. Там есть перемещалка. Это удачно. Цезергут. Где перемещалка наша? Очевидно, как раз туда указывает наше... На что ты устал? Подожди, новое задание. Давай глянем, что там за задание. Прям. Дитя старшей крови. Угу. Солнечный камень. Чуть-чуть позже. Мне вот интересно, я когда закончу Ведьмака, я буду по нему скучать и потом в темные одинокие вечера включать и участвовать в скачках. Гу-гу-гу-гу-гу. Га-га-га-га-га. Ги-ги-ги-ги-ги. Где там это? Знаете, это куда этот? Как его там телят гонял? Вот у нас гусят гонял. Ведьмак. Так, ладно. Давайте сосредоточимся на важном. Галигап. Как-то мне напоминает какое-то тропическое название. Ну, мы уже практически прибыли. Быстро, довольно-таки. Ух ты, пещера. Это не та ли пещера, возле которой мы... Нет, ну, похоже, побеждали этого. А, там же, блин, не пещера была. Ладно. Тут есть лодочка. Интересно, мне придется с монстрами биться? Ведьмы, конечно, уперлись, фиг знает куда. А Геральду опять пробирайся сквозь непонятно что. Вот так будет получше.
Ага, вот они, где-то там. Если вход так хорошо защищен, мы наверняка найдем там что-то интересное. Второй. Как ты собираешься снять барьер? Попробую инклюзию Атлана Курка. Помнишь ее? Помню, как ты меня учила. Подумать только. Тогда я считала тебя эгоистичной холодной ведьмой. Ну-ну, только не надо нежности. Жак, я хотела развернуться, чтобы посмотреть, как они говорят на лицах. Я чувствую, сейчас они начнут, и эти вот ребята на заднем плане на меня нападут. Поэтому давайте подготовимся хорошо. Тен-тен-тен-тен. Интересно, а я могу вот это поставить зеленое вот куда-то сюда? Нет, только на эти два варианта. Ну, эти два варианта меня сами по себе устраивают. Ладно, вампиры, трупоеды, призраки, проклятые. Кого мы только не встречаем, да? Дракониды. Это явно не дракониды. Вампиры. Вампиры. Звери. Магические твари. Мне кажется, магические твари они, да? Огры или магические твари? Или огры. Так, мы против магических тварей натерли. Гибриды. Интересно, что там за новые гибриды? Не знаю таких. Мелюзина, красотка. Так, магические твари. Реликты? Нет, не реликты. Угры все-таки. А, нет, они находятся в реликтах. Да нет. Не то. Блин. День не играла, все позабывала. Духи стихии, наверное. Да, все правильно. Все я правильно помню. Ну что, обличающие письма, шкафы, забитые скелетами. Мы даже дверь пока не открыли. Это сложная магическая блокада. Попробуем. Каята Орлиген. Мы разбудили стражу. Одного? Нечего на мою дочку. Ну, смотри, везде они ставят этих. Чем они занимаются? Ай-яй-яй, эти хорошие. Так, ну что, мы прошли? Всего лишь один. Видимо, мы будем идти обратно, и он нас нападет на обратной дороге. Ну, идем. Везде эти грибы, а? Грибы, грибы. На лабораторию не похоже. Тут довольно уютно. Это ни о чем не говорит. Давай осмотримся. Угу. Значит, просто он проводил много времени, поэтому всё-таки уютно. Все-таки как-то низко рыться в его бумагах. Ну, а что ты делать? Ты сама хотела сюда прийти. Это должно быть портрет Цири. Нет, это не я. Шрама нет. Да нет, ты. Точно ты. Хорошо подмечено. Ты уверена, что Авалак интересуется тобой только из-за твоих способностей? Так-так. Очень смешно. Пидозрилу, я бы сказала. Что там? Что она нашла? Подожди, я хочу обыскать лабораторию по-своему. Наверняка что-нибудь интересное. Даже не светится. Где поношенные шкуры валяются? Удивительно. Ай! Ян.
Что она там нашла? Надо вернуться, хоть сейчас загрузиться, если получится. Древо генеалогическое древо НХР старшей крови от Лары Дор. До меня. Ты никогда не показывала мне полной версии. Я не знала, что Видимонте Заидирна тоже был моим предком. Это который наказывал дочерей раскаленной кочергой или который приказал ослепить собственного отца? С дочерьми. Полной версии я и сама не видела. Похоже, Авалакх исследовал все линии гена Лары. Даже те, которые мы считали исчезнувшими. Только исследовал? Зная наших чародеев, я сомневаюсь, что он просто стоял и смотрел за потомками Лары. Вряд ли мы узнаем, какую роль в генной мутации сыграли эльфы. Ты имела что-нибудь общее с тем, о чем говорил Геральт? Что чародеи... Конечно же, нет. Посмотрим его заметки. Боги. Он работал над этим почти 200 лет. Это он первым исследовал ген Лары. Фалька. Здесь есть заметки от Цири. А вот уже интереснее. Он пытался получить комбинацию генов, как у Цири, только исключив человеческую линию. Это как? Думаешь, где-то спрятаны огромные банки с моими братьями и сестрами? Не глупи. Так далеко он никогда не заходил. Очевидно, все его эксперименты были неудачными. Ты уникальна. И поэтому теперь за нами гонится дикая охота. Посмотрим. Может, найдем еще что-нибудь интересное. Ясно. Хорошо, значит, мы еще не все нашли. Это хорошо. Цири так стоит, как будто что-то хочет мне сказать. Может, это была не лучшая идея? Нет, это была хорошая идея. Но он подозрительный. Ну, представляете, с другой стороны... Здесь кто-то есть. За дверью. Блин, кто там есть за дверью? Я еще здесь там все не исследовала. Тут что-то было. Йеннифер стояла где-то там. Подожди, это выход. Да, тут эти два странных типа. Что здесь Йеннифер нашла, мы так и не узнаем, да? Где-то... Тут она была? Фиг с ним. Очевидно, это было не то, что влияет на сюжет. Его портрет, ладно. Зеркало. Подожди, бежи. Эльфы знают толк в запахах. Обычное зеркало. Я-то думал, это скрытый портал. Хорошо. За дверью, возможно, еще один монстр. Ладно. Посмотрим, что на самом деле задумала Валак. Девушка. Неожиданно. Вы сюда вошли. Чего не испугалась? Мы не хотим тебе зла. Мне все равно, чего вы хотите. Убирайтесь. Ты была в Тирнеля.
Невероятно. Я думала, для вас все эльфы выглядят одинаково. Если ты ищешь Авалакха, его здесь нет. Я знаю. И все равно пришла сюда, чтобы порыться в его вещах. Мало он старается, чтобы уберечь тебя каждый раз, когда ты делаешь какую-нибудь глупость. Да что ты об этом знаешь? Вполне достаточно. Он много о тебе говорит. Дома оказалась жена. Например, что? Не понимаю, как он мог разглядеть в тебе черты Лары. Это же все равно, что пить воду из грязной лужи. Но я догадываюсь, что это как-то облегчает ему выполнение задания. Какого задания? Думаешь, он связался с тобой из удовольствия? Даже мне от твоего вида делается нехорошо. Невероятно. Почему-то эльфы вроде тебя всегда уверены, будто они лучше людей. Она не человек, а полукровка-выродок. И мы вынуждены использовать ее. Это так унизительно. Еще одно слово и... И что? Ты ничего не изменишь. Пусть она делает свое дело, а потом Авалак наконец избавится от нее. Если он настолько меня ненавидит, почему он не сказал мне это прямо в лицо? Цири, надеюсь, ты ей не поверила? Очевидно, что она слишком заинтересована в этом деле. И что с того? Если они так меня презирают, то пусть оставят меня в покое. Так вот тут бегает. Цири. Ну что? Боишься, что я сейчас все разнесу, как в Каэр Морхене? Жаль, я не могу сделать этого по своей воле, а то бы я с удовольствием. Пришли и ничего не нашли. Одинаковые броньки. Мне кажется, это отлично. Ну, то есть, похоже, я думаю, отличная у них такая гармоничная парочка отца и дочки. Отлично. Ну, так-то лучше. Идем отсюда. Нормально. Пришли, разбомбили, все ушли. Это называется по-тихому проникли в лабораторию. И усы пририсовали. Я, знаете, что хочу? Я хочу сохранить и вернуться в то сохранение, которое там что-то Йеннифер хотела сказать. Сейчас глянем.
Так, вот я загрузила. Гляди, Геральт. Что там? Похоже, кто-то был здесь. Буквально минуту назад. Может, у него есть какой-нибудь помощник? Очень сомневаюсь. Дистиллят. Пахнет... вербеной. Ага. Что ага? Ничего такого. Иногда ты меня просто бесишь, знаешь? Травы. Вроде ничего ужасного. Погоди, это еще не вся лаборатория. Кто ты? Не твое дело. Убирайтесь отсюда. Ты была в Тирнеля. Невероятно. Я думала, для вас все эльфы выглядят одинаково. Блин, ничего особо не сказала. Авалака, его здесь... Авалак для тебя так важен? При чем здесь это? Если они так меня презирают, то пусть оставят меня в покое. Цири. Ну что? Боишься, что я сейчас все разнесу, как в Каэр Морхене? Так, это все ясно. Жаль. Ну, просмотрели краткое содержание предыдущей серии. Рассмотрели то, что тут было. Ой. Посмотрели, что было бы, если мы иначе стали отвечать. Жалко, нельзя это куда-то вписать, я думаю. Взять с собой было бы довольно интересно. Парень в шоке. Ладно. Мне кажется, тут больше ничего нет интересного. Давайте еще раз пробежимся, на всякий случай. Подождите. Вот это интересно точно. Это смуглянка куда-то уже уперлась, да? Давайте глянем, как тут живет Авалак. Угу. Мрачная ложа с цветочками. То есть действительно у них романтические отношения. Эльфийка с эльфом, и они сказки и предания о людях. Подождите, у нас такой книжки не было. Сказки и предания о людях. Звучит, да? Вот Тайлайт и злой ведьмы. Иди сюда, иди ко мне. Читаю. Никто во всем мире на Тирнелиа не знал, как помочь Тайлайт снять злое проклятие с ее братом. Отчаянно помутила ее рассудок, и отправилась она к ведьме. Забыла на слова знающих, что сердце старухи черно и разъедает его злого, будто черви тушу. Старая ведьма жила в пещере на пустошах среди ядовитых испарений, окруженная змеями и жабами. Тайлайт пришла туда, хотя чисто ее сердце умоляло ее вернуться. Чем ближе подходила она к пещере, тем тягостнее становился смрад. Так что она едва не лишилась чувств. Она представить не могла, что это. Никогда прежде не приходилось ей бывать подле людей. Думая об отважном своем брате, приступила она через омерзение и попросила ведьмы о помощи. То есть она возле человека была, да, то есть ведьма была человеком. «А что ты дашь мне взамен, дрожащая моя эльфка?» – проскрежетала ведьма. «Все, что попросишь. Отдай мне свой голос, дрожащая моя эльфика, и сними проклятие с Леода». Тайлайт вспомнила, как пела колыбельный своему брату и заплакала, но отдала ведьме свой прекрасный голос. Старуха схватила его скрюченными когтями, как серебристую рыбку, и швырнула коту. «А теперь, моя дрожайшая эльфика, дай мне свои волосы!» «Лишь тогда я сниму проклятие с твоего брата!» Тайлайт слипнула, но согласился, ведьма спряла из волос ее сеть и растянула деревья, чтобы ловить птиц. «Теперь отдала мне глаза дрожайшая моя эльфика, иначе я никогда не сниму проклятие с Леода!» Очень любила Тайлайт брата и потому отдала ведьме зеленые свои глаза. Ведьма пришила их на платье, словно блестящие драгоценные камни. И затем расхохоталась. Лишь тогда Тайлайт поняла, что никогда ведьма не снимет проклятие с Леода и что все жертвы были напрасны. Но не осталось у нее больше слез, как она раскаивалась, что не послушала знающих, которые столько рассказывали о вероломстве людей. Тайлайт окаменела от горя, но сердце все еще билось. Когда старуха склонилась над книгой заклинания,
И заклинание «Зеленые глаза» Тайлат смогли читать вместе с ней. Так Тайлат узнала, что это самая ведьма, и прокляла Лёда. Читала она дальше и вскоре узнала, как снять проклятие. Тогда Тайлат наловила толстых малиновок в сеть из волос, что развесила ведьма, и скормила ведьминому коту. Мурча от удовольствия, тот отравился вместе с Тайлат. Отправился. Вместе с Тайлат в Тирнелиа и рассказал знающим историю об украденном голосе. Так все раскрылось, чары, наложенные на Лиода и Тайлат, были сняты. Злую ведьму привязали к корням и разорвали. Вот такая страшная история. Но интересная. Слышала я подобную историю, сказку. Вот такие вот о людях коварных рассказывают эльфы своим детям истории. Интересно, познавательно. Я не жалею, что вернулась. Эх, чуйка, может, у меня какая. Или просто жадность. Так, мы туда идем, да? А кот мне, Мур, говорит, типа, ну, давай, поиграй со мной, поиграй, чё ты? Вот, видите? Каждый раз, когда я вот записываю видео. Ну, хорошо, что второй не очнулся. Я уже ожидала, что очнется. Подожди, а сохранится. Мало ли что тут будет. Нам сразу нужно на корабль. Ты хочешь еще что-то посмотреть? Не здесь, на Хиндарсфиале. Я познакомилась в Лафотене с одним парнем, с Киалем, и хотела бы... Тот самый Скиаль, которого они воскрешали. Что случилось? Цири. Он умер. Дикая охота. Все? Никто не выжил? Скияль погиб позже. Ты уверена, что это был он? Ты встречалась с ним? Я была там и видела его тело. Ты сходишь со мной на его могилу? Я хочу хотя бы попрощаться. Конечно. Ой-ой-ой. Я пойду с тобой. Спасибо. Как можешь открыть нам портал на Хиндарсфиаль? Могу. Опять порталы? Не люблю порталы. Ну, идем. Только не задерживайтесь, хорошо? Угу. Пока. Помните, он просил, чтобы давай его... Давай посмотрим, могила должна быть совсем свежая. Спасибо, что пришел. Чтобы его имя очистили. Не люблю ходить по кладбищам, особенно одна. А его это... Не согласилась, как ее там зовут. Йеннифер. Посмотрим вместе. Пойдем. Лассе, сын Йорда. Олаф, сын Уве. Инге, дочь Тротнера. Холера. Его здесь нет. Нет могилы Скиаля. Геральт, я не уйду отсюда, пока не похороню его. Подумай, что могло случиться с телом? Его не сожгли. Так хоронят королей и героев. Сомневаюсь, чтобы его оставили лежать в саду. Ах, ублюдки. Что? За деревней есть такая яма, куда сбрасывают овец, павших от ящера. Ночью крабы объедают их до костей. Ну, так и правильно сделала, что приехала. Что вы здесь делаете?
То, что вы должны были сделать уже давно. Хороним Скьяля. Вы хороните труса, вопреки решению старейшин. Уходите отсюда. Вы попираете наши законы. Не ори. А то сейчас понадобится копать вторую могилу. Как вы можете его защищать? Место труса в канаве. Скьяль вам жизнь спас. Дикая охота гналась за мной. Если бы Скьяль не увел меня, от Лафотана вообще ничего бы не осталось. Чего это призраком может понадобиться от какой-то девки? Ты ж... Я не какая-то девка. А тот, кто хоть пальцем тронет эту могилу, в этом убедится. Могилу никто не тронет. Единственное, что старейшины наказывают суровее, чем побег с поля битвы, это осквернение могил. А то, что ты сказала, не знаю, правда это, нет. Пусть Скьяля судят боги. Хорошо, что мы сюда приехали. Ты не представляешь, как это мучило меня. По крайней мере, они не будут поливать грязью его имя. Пойдем отсюда. Возвращаемся на корабль. Угу. Все дела вроде уже сделали. Чего бы и нет. Опять эта музыка чарующая. Опять опыта. Клёво. Мой дом сегодняшнего дня. Что оно все трясется? Твой дом. Хорошо, что твой мой. Ай! Сегодня плохой день. Вот так. Сначала твой мой. А потом все, да? Сушеной рыбы жалко. По совету Гейльса, ведьмак отправился в путешествие за солнечным камнем. Красивая картинка, правда? Чтобы завлечь Редина в ловушку. Ладно, не буду воровать у вас ничего. Тяжко было прибить всю эту чертовщину. Что-то вы плохо выглядите. Зайдите-ка в корчму, хоть меду выпейте. Ладно. Что за задание? Солнечный камень. Ясно. Где там оно? Вряд ли мы туда сможем переместиться, скорее всего, проскакать. Господи. Было бы классно, если можно было сюда переместиться, но видите, здесь земли нехожены. Как же нам туда попасть? Скорее всего, по вот этой дороге. Ну, видите, тут... Нет, надо морем. Ладно, сейчас придумаю. Как? Может, с этой стороны? Я здесь, наверное, была. Боже мой, какой длинный путь. А здесь? А здесь? А здесь? Здесь я нигде не была. Ой, какая печалька. Но я думаю, надо морем ехать, никак иначе. Ну да, это пещеры, типа, которые видели кто-то там, эти моряки, так что, скорее всего, там морской путь. Блин, опять на кладбище китов? О-о-о. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю, встретимся на месте. Так, я думаю, там есть проход под мостом, как вы думаете? Сможем туда лодкой зайти? Вот туда. Там есть проход? Между скалами. Это бы сильно сократило нам путь. Вроде бы есть. Ура! Помните, мы там наверху ходили на мосту?
Отлично. У меня сейчас не будет только дыщ. А думаю, что нет. Можно было в эту лодку сесть. Ну, до нее же бежать надо, да? Какой ветер тут, ветруган настоящий. Что это? Ай, цветочки какие-то. Выросшие в этих суровых льдах. Давайте глянем, куда нам ехать. Вот сюда. Тут так ближе всего. В общем, встретимся за кадром. Возможно, мы еще посетим эти места. Если да, я включу игру в тот момент. Так, я вижу лодочку. Нам сюда. Я решила не идти по этим вопросикам, потому что там эти куча летающих бестий. Как-то бороться на палубе с ними вообще неудобно. Это мне думаю, ну это нафиг. Ну, мы прибыли. Ура! Ну, в принципе, я вам скажу, довольно, ну, не сильно... Ой, черт, я врезалась в берег. Бывает. Ну что, здесь есть вторая лодка. Удивительно, почему эта волшебница решила нам помогать. Просто замечательно. Эй, посмотри. Это портал. А, волшебная стенка. Пойдем. И что теперь? Собираешься отрастить себе новые глаза, как Вильгефорц? Когда я его убил, процесс восстановления еще не закончился. Выглядело это отвратительно, но... Надо думать, ты упомянул этого извращенца совершенно случайно. Естественно. Еще я слышал о слепом богаче Краснолюде из Махакама. Он приказал вставить себе в глазницы два огромных рубина. Он ни хрена не видел, зато, как говорят, смотрелось это отлично. Так что она там себе, интересно, собирается сделать? Не сказала. Что, вода какая-то? Не очень хорошо. Так, сходим на это ответвление, посмотрим. Сейчас призраки, наверное, появятся, да? Вроде тупик. Вроде. Угу. Не совсем. Тут труп. Ай, блин. Ой, черт! Меня застал расплох. Кстати, труп, вот это место возникло, возможно, с этого трупа. Ой, подожди, надо с него собрать всякое. Бросил Филиппу одну и попёрся куда-то. Ты слышишь? Угу. Здесь мы с ней разошлись, с Филиппой. Да. Подожди, что здесь? Похоже, ничего. Забавно. Переживаю, сохранюсь. Ого. Я, пожалуй, булькну кое-чего. Так, я имею в виду кошку. Мне сразу станет светло, и вам станет светло. Потому что, ну, тут, конечно, все атмосферно. Красиво, но если сейчас будет бой, кошка нам будет нужнее, чем факел.
Ну и арбалет. Они не нападают, что ли? Что она сказала? Жизнь не понравилась. Кто сказал? Ее охраняли утопцы. Собираешься разгребать эту факту? Мы не за этим пришли. Ну, кто зачем? Я не совычеркнула силу. Так неинтересно. Мне как раз еще одно очко не помешает. Отлично. Что это? Игни? Ладно. Кого ее защищала? Интересно. Наверное, кто там есть. Так, предполагаю. Логично. Ага, трупы. Так, ладно, это там не нужно. Статуи. Я разгребать буду, мне нужны ингредиенты всякие. Правда, не уверен, что именно ингредиенты из утопцев будут подходящие. Вдруг из них выпадет... А, раковина, тоже хорошо. Вдруг из них выпадет какой-то мутаген, который можно куда-нибудь приспособить в хорошее место. Я имею в виду там красненький мутаген. Мне как раз нужны красненькие мутагены. Но я не вижу здесь сундуков. Ой, нет, вру. Штаны, правда, не нужны, ну ладно. Все, не светится. Что-то мне кажется, что еще где-то есть. Они обычно парами бывают. Там это светится. Магия — это место силы. Тут нету сундука. Вот что-то есть. Ладно, вы видели? Я нашла. Нашла. А вы сомневались? Сомневались, я уверена. Так, быстренькое сохранение. Ну вот так. Закройте глазки, моргните, и вы ничего не видели. Ведьмак. Да. Ой, то-то, о, господи. Господи, кот, что там у вас? А у нее какой-то свет. Зачем ей свет, если она слепая? Ох, как чихнула, как чихнула. Как мы теперь заберемся наверх? По лестнице. Сейчас я ее починю. Красота. Готово. Пойдем. Я заметила, что все это напряжение между тобой, Йеннифер и Трис, плохо влияет на Цирилу. Похоже, вы не представляете, как это выглядит со стороны. Трис изображает старшую сестричку Цири, а сама только и ждет, как бы прыгнуть к тебе в постель. Вы с Йеннифер играете в родителей? Да, так что если хочешь притиснуться пятой, надо просто. Такая заботливая, Цири волнуется. Ай-яй-яй. Кто мог подумать, да? Что такое, кот? Ой, господи. А монстры? Нам сюда надо? Подожди. Можно упасть? Здесь можно подняться, по идее. Геральт. Никак не может, да? Без того, чтобы не убить. Ну. Хорошо. С
спрятаны. Боже там. Какие вопли. Я представляю, как вам это тяжело выносить. Ну, терпите, извините. Что я могу сделать? Конечно, надо подумать о кастрации. Спрятанное сокровище. Мы нашли спрятанное сокровище? Наверное. Я надеюсь. Там есть оно на карте? Нету. Было неожиданно. Так, вот та самая комната. Предупреждением. Возможно, где-то здесь можно выключить ловушку. А возможно, нас опять убьют. Сделать щит. Ладно, сейчас посмотрим, как ее пройти. Отвела кота в ванную. Подожди, вот так. Ключ. И куда его присобачить? Возможно, куда-нибудь сюда. Ключ находится там. Ну, то есть замок, который стоит дернуть. С этой стороны дырки, с этой стороны дырки. Возможно, если мы разбежимся, что-то я думаю, что это глупая идея. Я думаю, вдруг просто тут что-то есть такое. Это я бросила, подожди, я что-то не все взяла с сундука. Взяла. Тут все взяла. Может, можно применить какой-нибудь его талант? Игни-шмигни. Сдувание ветром. Что-то мне кажется, что нет. Попробуем. Да, они срабатывают. А может ли мне это? Ни на кого. Ай, опять умру. Не добежал чуть-чуть. Я добежала. И он пошел обратным ходом и умер. Гениально.
Бежим, 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 бежим. Геральт. В прошлый раз добежал. Ух, ой, 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 только не обратно, только не обратно. Ух, все. Не, можно было, конечно, питься зельями. Не спортивно. Все, мы это сделали. Все ради Флорены. Так, что тут у нас за меч? Урон хуже, мощь Квена. 4, шанс критического удара. Так. Перчатки убийцы лучше на 2. Шанс критического удара 10, дополнительные травы. Мощь Квена больше. Ну, у него шанс критического удара зато 10. Как мы в них смотрится? Ну, чё так? Розовенькие. Конечно, эти лучше. Все ради денег было. Нет, конечно, все было ради прикола. Так, спрятать. Это должно было что-то очень крутое быть. Все, уже не действует ловушка. Ну, молодцы. Надо булькнуть ласточку или вот это, потом помедитировать. Сколько там? Остановили. Ох, ты, блин! Это было неожиданно. Сюрприз! Так, где там у нас бета? Какие? Испугали они меня. Интересное подземелье, да? Сколько сюрпризов одновременно. Ух ты, синие мутагены. Но нам нужнее красные. Так, там вещи, которые мы накидали на этот раз. Я запомнила, что это были они. 5 сохранения. Да. Ой, черт, я сохранюсь лучше так, на всякий случай. Ну что, я готова. Филиппок. Похоже, больше она не хочет с нами говорить. Ну да, бросил ее там где-то. Ага. Ой, я, естественно, не то сделала. Так, он довольно серьезный парень, поэтому давайте используем что-нибудь типа вот этого. И масло. Масло против магических тварей, я помню. Самое лучшее, это отличное или мастерское? Мне вот интересно. Подожди, я этот еще не сделала. Сделала. Удобно с этими вместе драться. Блин, опять с него ничего не выпало. Куда нам идти? Туда? Туда? Ладно, сохранимся. Наверное, не сюда, иначе она бы сюда пошла, да? Что? Здесь ничего? Ага. Куча мечей каких-то насобрала. Насобрала. Собирала. Плюс 4 урон, мощь Игни, 4 мощь Ирдена. И шанс выбить из равновесия. Неплохие мечи, правда? Все равно мне мои больше нравятся. Так, нам куда? Туда? А что там? Наверх, а вниз? Здесь осмотреть не хочешь? Геральт, он же такой, в любой угол заглянет. Почему? Ну, просто велика в нем жажда поиска сокровищ. Наверное... Он в душе где-то Индиана Джонс. Правда, Индиана Джонс еще не выдумали в этом мире. Но мы-то знаем, кто это такой. Почему его привлекают подобные места. Ага, она до нас добегает.
Но здесь ничего нету, да? Кроме поганок. Знаете, я когда смотрю другие прохождения и... Эй, посмотри! Не вижу, как люди что-то пропускают мимо, это ужасно. Похоже, мне все придется делать за тебя. Видишь стража, который выглядит так, будто ждет платы? У меня нет мелких денег. Платить надо кровью. Этот страж — Фиалам, персонаж из эльфской легенды. Ты что, правда ничего не читаешь? У нее ужасное совершенно платье. Ну, кто сказал, что у них должно быть, должен Прошу. Быть вкус? Интересно, почему такой огромный зал и ничего в нем нет интересного? У Йеннифер должно быть действительно огромное влияние на Императора, если он гарантировал ложе безопасности. Что ты об этом думаешь? Что я думаю? Ты правда хочешь просто так поговорить об этом безо всякого... Геральт, я устала, давай присядем и поговорим. Тебе так важны предварительные игры? Тебе не нравится перспектива работы на Императора? Наоборот. До сих пор самой большой ошибкой ложи была ставка на слабых властителей. Тебя влечет то, что Имгир держит своих чародеев на коротком поводке, да? Йеннифер старалась не вмешивать тебя в политику. Ты была права. Ты бы не сориентировался, откуда дует ветер, даже если бы описал себе штаны. Лучше поговори с Йеннифер. Даже я вижу, что между вами остались какие-то нерешенные дела. Йеннифер всегда была сама по себе. И это действительно трогательно, что теперь она решила позаботиться об интересах ложи. Если ты не доверяешь, после победы над дикой охотой можешь поискать убежище, например, в Ридании. Или сунуть голову в пасть Риггеру. Спасибо. У меня другие планы. Договор с Имгиром — ваше дело. Ты не со мной об этом разговаривай. То есть она тебе ничего не сказала? А что она сама собирается делать? Разве она не хочет что-то, стать советницей молодой, многообещающей императрицы? Держись подальше от Цири. Она уже взрослая, Геральт. Ты все время забываешь, что она уже может решать сама за себя. Так что, идем? Возможно, у этой Тебе нашей не кажется, свои планы. Что пора уже перестать вмешиваться в жизнь Цири? Нет. Ты же знаешь, что не можешь отгонять нас от нее своим мечом, как стаю волков. Могу и сделаю это, если придется. Стая волков. Она хорошо характеризовала себя. Так, мы зашли через этот ход, да? Не понимаю, почему здесь ничего интересного нет, ни одного ящика. Ладно, фиг с ним. Очевидно, она хочет идти туда, а нас тут можем вот это вот исследовать, например, да? Здесь нет, то они в углах любят что-то ложить, но здесь тоже ничего нет, кроме грибов, как обычно. Грибы отсюда. Какая-то дверь, можно войти, наверное. Давай войдем. Ой! Прыгиваем, Геральт. Прикольная дверь. Малый квеновский. Ничего на дикой охоте. Призраки. Тут. Так-так. Здесь нет ловушек на полу. Тут мне уже страшно. Закрыто. Сапоги. Угу. Чё ты так сладко светишь, но не открываешься? Где же ключ? Да. Я знаю, здесь все равно какая-то фигня.
Странно, не было еще задания такого, что на потолке что-то висит, да? Возможно, в этом зале есть ключ. Я поищу пока за кадром. Нашла еще один сундук. Но ключа нет. Не нашла, бегала все 10 залов, но ничего не нашла. Ничего не светится. Грибы. Но не нашла я ключик. Идем. Ведьмак. Ты хочешь, чтобы я сюда зашел? Ты будешь так стоять? Так, чтоб ты мне тут просто не светился. Погоди. Тут что-то есть. Чувствуешь? Нет. Мой медальон... Не смеши меня этой своей висюлькой. Настроиться на магию эльфов куда труднее, чем почуять смердящего беса. Смотри. Архан Люмар! И что? Это значит, солнечный камень где-то здесь. Ну что стоишь? Попробуй подвигать зеркала. Руками. Настроить систему зеркал. Это интересно. Так. Может быть, мы и ключ найдем где-нибудь. Тут. Подожди. Казалось. Система зеркал выглядит как загадка. Так. Ага. Почему она мне светится? Седло для скачек. Так. 45 энергия. 75. И весит, как лошадь. Спасибо. Подожди, что там было? А, это то, что я оставила. Ладно. Выпустите меня. Эх. Так. Ой. Та штука. Ага. Сюда, Геральт, сюда. Ох, надавали. Так, ладно, идет свет туда. Не знаем, туда ли, правильно ли. Ну ладно. Здесь, там были. Здесь я все надеюсь ключ найти, потому что сундук, который там, не дает мне уже бегать спокойно. Кошмар. Пристрастие какое-то к сундукам, это ненормально. Так, ладно, мы отсюда пришли, да? Одно зеркало повернуто. Туда ли или не туда ли, не знаю. А вот это я вот видела. Кираса какая-то. Скоро у меня будет сильно много веса. Кто-то сильно много ел. Ага. Господи, сколько мечей. А, у нас кошка прошла. Кошка прошла. Ну, поезд симпатичный, кстати. Так, что я хотела? Кошку. Я так долго тут бегаю, что уже
кошки скоро закончатся. Шучу, шучу. Так, мне вообще сюда, наверное, да? Я сюда еще не бегала. Возможно, туда нам надо. Тут грибы, да, светились? Еп, бэби. Еще сундук. Хоть эти перчатки, возможно, надо выбросить. Так, а сюда, собственно, никакого света не падает. Возможно, то, что напротив, нужно направить сюда, наоборот. Чтобы это система какая-то была. Возможно, мне лучше стоит сделать это за кадром, чтобы вы тут не скучали. Сколько зеркал? 2. Так. Да. И тот свет надо направить куда-то, я поняла. Я тут еще сейчас просмотрю все за кадром. Треугольник. Что мне это дает? Ясно. Ничего. Ладно. Не в одну сторону, а в другую их надо было направить. Ладно. Где там эта Филиппа делась? Вот это она там стоит, да? Какое-то гнездо чудовище. Ничего не нашла, думаю, это глюк. Ну, наконец-то. Маленький такой, я думала. Давай, умнее пойдем. Не так быстро. Мы должны кое-что обсудить. Да, так. Ты должна лететь. Сейчас ты скажешь, что по какой-то причине солнечный камень тебе куда нужнее, чем нам. Обернешься совой и... Не знаю, с чего тебе это пришло в голову. Сейчас безопасность Цири для меня важнее всего. Я хотела поговорить с тобой о будущем. О моем будущем. Не волнуйся. Император наверняка найдет тебе какое-нибудь занятие. Перестань острить и слушай внимательно. Как только мы одолеем дикую охоту, и Цири будет в безопасности, ошеломительная карьера Йеннифер при императорском дворе закончится. С моей точки зрения, все складывается замечательно. Потому что меня не интересует возрождение ложи, если у меня в ней не будет решающего голоса. Два человека в ложе. Потому что... Когда мы разгромим дикую охоту, и все равно все перетягивают одеяло на себя. Ускользнуть вместе с Цири через черный ход и затаиться где-нибудь в глуши, так? Это очень романтично. Но вместо того, чтобы портить девушке жизнь, лучше возьми с собой Йеннифер и исчезни. Ты хочешь занять место Йеннифер при Имгыре? И при Цири. Ты понимаешь, что это случится, так или иначе. И я действительно предпочту, чтобы Йеннифер в этот момент
была далеко. Содержать ее в императорских казематах слишком дорого. И потом это будет производить плохое впечатление. Еще рекомендации? Или мы можем возвращаться? Иди. Я знаю, что у тебя много дел. Я доберусь. Портал могла бы открыть. Нам в обратную дорогу вот это все делать. Идти. Ладно. А у нас куча новых, много новых мечей, которые надо положить в ящик. Так, что тут у нас? Я думаю, это тут прямая дорога на выход. С вещами. Ну, да, с вещами. Напишите мне, кто знает про этот ключ. Может быть... Ой, блин. Ну что, паскуда? Не все не так просто, да? Ай, отпрыгиваем. По-моему, у вас нет крови. Вам нечего мне жертвовать. Я уже почти у выхода, я надеюсь. Ничего, на дикой охоте, траля-ля. Кристаллизированная эссенция. Ну, мне понадобится. Вообще, я думаю, все эти мечи можно пойти и разобрать. Мечи дикой охоты точно. Давайте поэкспериментируем. Я еще ни разу не разбирала мечи. Я думаю, там будет просто всякие обрезки. Вряд ли там будет что-то магическое. Было бы неплохо, правда? Я только если свои мечи разбираю, что там выпадают всякие глифы. Там кто-то ходит. Еще с монстрами сражаться. За меня не беспокойся. А за меня кто побеспокоится? Ага, кто за меня побеспокоится. Разрыв пятый суровый. Негациатор. Отличный северный ветер. О, отлично. Так, давайте что-нибудь выкинем. Вот это, например. Так, давайте северный ветер, что ли, скрафтим, если есть возможность такая. Окей. Окей. Северный ветер — это очень полезная бомба, кажется. Замораживает противника. Ну да, не очень полезно. Нам нужен кюбрид. И корень душистого перца. Нет ингредиентов. Нет у нас душистого перца, надо покупать. Так, ладно. Что это? Ну, там штаны скинули. И вроде все, да? Ничего нету случайно. Еще какой-нибудь сундук. А ладно, фиг с ним. Вообще полезная, да, бомба? В общем, если бомбу получили, то нельзя сказать, что сходили зря. Так, а что тут у вас? Сундуков не вижу. Ну не зря же это яма, да? Пойду гляну. Ну да. Молодцы. Что зашли? Там опять у нас за... Ух ты! Тяжелый доспех, а мы его покупали. Его же, да, покупали? Колющим, режущим. Это можно выкинуть. Но... Ого! Вот это симпатичная курточка. Ладно, выпью что-то от жадности. Я хотела все-таки вернуть свое. Или, например, это одеть. Ну, мое-то лучше. Ладно, выкину это, если что. И никакого ключа. Вы видели там, кстати, логово чудовища? Было на отметке. Я думаю, мы его найдем сейчас.
Господи, кто-то ходит у меня над головой, и тут кто-то, наверное, голем. Есть у меня такое ощущение. Так. А может, там просто идет дождь и молния грохочет. Так. Здесь ничего? Ничего. Здесь ничего. Ничего. Ну ладно. Раз уж мы упали. Ага, вот так вот, да? Шкуры, шкуры, это хорошо. Их можно сразу разбирать на всякие запчасти. Раньше я их таскала, такой вес бешеный, а потом... Ай, блин. Не добила. Бил, не добил. Ничего, на дикий отход я брать не буду. Тут какой-то проход. Угу. Мы туда и пойдем сейчас. Блоды дьявол. Это я, что ли, дьявол? Да ну. Я не такая. Вон, видите, значок этих. Чудовищ. Да, я чувствую, после этого задания придется изрядно чинить меч. И мои доспехи. Если, конечно, еще в процессе не поломаются. Естественно, седло для скачек будет поганое. 50. Хуже. Ох, какой меч. Урон огнем, шанс вызвать горение. Давайте им возьмем его. Променяем свой клевый меч на огненный меч. Прикольно. Представляете, еще в него вставить эти для огня всякие камешки. Это вообще будет прикольно. Так. Ой, блин, у меня уже... Что там у нас? Да, сейчас еще отвар выпью и все, совсем отравлюсь. Ух. Так, побежали. Я тут сохраняшки сделала. Блин, неужели я все-таки отравилась? Как я вот умудрилась. Да. Лечиться. Это не мое. У меня сейчас не до лечения. Могла бы сделать портал, да? Вот змея. Подколодная. Спасибо. Мы опять в какую-то пещеру приперлись. У меня ощущение, что мы в ней уже были. Ты лезешь, Геральт. Ага, нет, мы тут не были. Отличный белый мед, хорошо. Шоры, шкура, пустовдок. Смола, гвозди, гамбизон тяжелый. Но он реликтовый. Сейчас возьмем, посмотрим, что там. Перегрузка по-черному. Реликтовый. Мощигни. Фу, как ужасно. Бросим. Так, у нас тревога лошади, а там 60. Бросаем. Здесь 35 энергии, а у нас 75. Бросаем. Фигня. Что здесь? Дополнительный урон в практическом ударе. Шанс кровотечения, шанс заморозки, шанс отравления. Прикольный меч, оставим. Давайте какой-нибудь бросим. Тоже прикольный. Ладно, пошли так. Ну, вроде все собрали, да? Понимаю, мои брыжения по пещерам не самая интересная на свете вещь, но я знаю, есть такие люди, которым тоже интересно исследовать пещеры, и они, как и я, больны этим. Так. Здесь ничего? Да.
Я, главное, уже потерялась. Куда я зашла, откуда вышла? Возможно, я шла сюда, да? И тут есть еще какой-то проход. Угу. А вышла я... Ага, я вышла с того прохода. Зашла сюда, вот это взяла. Здесь больше ничего интересного, да? Здесь ничего интересного? Не спрятали за камнем, ладно. Значит, нам только на выход. Подожди, подожди. Нет, я отсюда вышла. Там была. Все, ничего интересного. Вход уже. Уже веет свежим воздухом. Ура! И концом серии тоже веет. Мы уже на воздухе. И даже гнездо чудовища уничтожили. Так, вообще шикарное. Так, нам деревня рук не надо, скорее всего. Ну, тут с другой стороны можно и сюда просто бежать, тем более нам нужно сюда. Других квестов у нас нету? Нет, только один. Ну что ж, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, пока-пока. И встретимся в следующей серии.